Есть еще один интересный вопрос. Он касается уникальных домов из дерева, окруженные зеленью. Вопрос такой: можно ли будет ваши уникальные дома строить по франшизе? Как это получить? Есть ли в этом отношении разработки? Где с этим всем можно познакомиться и создавать бизнес-связи? Ну, пока преждевременно об этом говорить, мы еще отрабатываем. Ну, любой продукт должен быть доведен до того, когда он идеален. То есть нельзя с полуготовым продуктом выходить на рынок. И экодома это не исключение. И мы отрабатываем не только конструктивы. Обычно в домах отрабатываем только конструктивы. А у нас главное-то здесь не это. Конструктивом все понятно. Ну, деревянный дом, и он деревянный дома строит, да? Мы делаем эко-дом, где есть жизнь. Не только человек живет, живут растения, там даже может, животные быть, да? Где есть почва плодородная. А это не то, что в магазине мы покупаем, да, в пакетике, это мертвая почва. Ее растения не могут усвоить, потому что там нет микроорганизмов. То есть не все знают, что почва живая благодаря тому, что она и плодородная микроорганизмам. То, что только микроорганизм переводит гумус, он нерастворим, в растворимую форму, и растения могут взять и усвоить. Это вся таблица Менделеева должна быть, присутствовать. Все живые организмы построены со всей таблицы Менделеева. И у нас тоже где-то 80 химических элементов. В ДНК, в клетках, в органах и так далее. Да? И все это должно быть в почве. Из почвы должно перейти в растения. Причем я экодома хочу и делаю в той логике, что, допустим, дом, который будет потом построен в ленивых городах, может прокормить семью. То есть он должен быть автономным. И тогда не будет блокадного Ленинграда, когда люди вообще обои срывали, ели обои, потому что нечем было, нечем даже было, да, питаться. А здесь, ради бога, коронавирус там, что там, война, неважно, какой-то метеорит упал. Да твой дом обеспечит тебе всем необходимым. В первую очередь питание. Вода тоже своя скважина. Да? Энергия, это солнечная батарея и так далее, мы тоже это все привлекаем. И жизнь, которая вот, растения в первую очередь, почва живая, да? Причем с подобранным все оборотом, то есть чтобы растения могли жить в содружестве. Мы не можем питаться с чем-то одним, также. Потому что вся таблица Менделеева, она в каждых в растениях и там в животных, в мясе содержится. Где-то одного больше, где-то другого больше, где-то третьего больше. Вот я, например, все смеются, я кильку ем целиком. С кишками и так далее, с чешуей. Вот нам нужен селен. Он не только нужен сероксу, где в трубке, благодаря чему он копирует, да? Он есть у нас в глазах. Благодаря селену, вот там в глазах, в этих клетках, которые Колбочка. видят, да, колбочки видят свет, там селен должен быть. А если его нет в морковке или нет там еще где-то, потому что убита минеральная часть почвы, там нет уже всей таблицы Менделеева, но я точно знаю, что он есть в глазах кильки. Потому что она видела, как попасть в сеть. Нет, она не видела, не заметила, сеть подобралась Ну да, незаметно. Но понятно. понятно, что там есть селен. Да. Так зачем я должен глаза выковыривать и не есть? Я лучше его съем. Да? Вот в этой логике мы делаем экодома, в том числе для того, чтобы потом даже можно было, подобрав вот эту биосферную составляющую, да, экосистему правильно сформировал, да, причем в таком лучшем проявлении, это как субтропики, да, мы могли потом это все реализовать в космических домах, в открытом космосе в том числе, для того, чтобы там могли жить и работать люди в условиях лучше, чем на Земле даже, и обслуживали космическую индустрию, которая будет обслуживать Земля, человечество. Да. Вот это вот я с этого начал эту работу. Да. И поэтому пока продукт сырой, хотя мы живем, и вот фермер Юницкий уже сделал, заказал у заустанной технологии, за деньги, кстати, не надо тут халявы. Мы халяву не любим. Все это делается за деньги, так?
и были спроектированы 6 типов домов разных, в том числе с оранжереей внутри дома. Это самый хороший такой дом, и все прям очередь стоит, чтобы там пожить в этом доме, потому что там и бананы растут, и хурма, и там, и что хочешь, это там субтропики, и воздух такой чистый, прекрасный, там вообще отлично. Можно огурчик сорвать и помидорчики съесть прямо в доме. И в доме нет канализации, потому что все, что обычно попадает в канализацию, а потом попадает на поля фильтрации, оттуда в реки, а из рек в океан, и все везде дохнет, все умирает от этой грязи, да? Все это попадает под корневую систему растений. Там специальная система сделана, где заселены микроорганизмы, их тысячи видов, которые перерабатывают всю эту канализацию. Неважно, даже стиральная машина или там отходы с кухни, да, моющие там средства и так далее, которые сами по себе едут. Все это перерабатывается в гумус, а потом гумус переводится в растворимую форму другим же микроорганизмам, которые тоже живут. И растение растет вот на том, что, в принципе, ну, в обычном виде попало бы в природу и ее убило бы. Да? Вот это система замкнутого цикла, и вот мы уже это моделируем, и уже дом функционирует 2 года, и все прекрасно работает, все нормально, да? И некоторые говорят, да как же, там же стиральный порошок, он же яд и так далее. Я говорю, а вы знаете, что нам даже мышьяк нужен? Нам нужен даже мышьяк, он тоже в ДНК, он в структуре клеток. Ну, правда, надо разумное количество, там 4-5 микрограмм в сутки, да? Нам надо даже золото, серебро, там, магний, марганец, даже селен, там, о котором я говорил, или германий. Это достаточно редкий элемент химический, но его тоже надо 5-6 микрограмм в сутки. Потому что если его не будет, то какой-то орган наш не будет функционировать. Потому что еда, пища здоровая, это первичный строительный материал, это не энергия. Калории важны, но наши клетки в среднем живут 3 месяца. Умирает и выводится с организма. Надо построить новые клетки. Как ты построишь это такой сложный орган, как клетка, где даже молекулы ДНК, если не будет строительного материала? Как ты можешь отремонтировать самолет, если у тебя нет заклепок? Что, с пластилина заклепки сделаешь, что ли? Отвалится крыло, так же, да? Так и здесь. И поэтому вот самое сложное в этих домах, это вот эта вот живая составляющая, да, и поскольку она еще до конца не отработана, ну, мы пока не хотим реализовать это. Понятно, благодарю. Я думаю, что все энтузиасты экологической и устойчивой жизни, зеленой, жду с нетерпением готовности этого продукта. И я лично заинтересован в том, чтобы иметь возможность приобрести такой продукт, чтобы моя семья жила в доме, в котором растет еда, которая полезная, которая нужная, которая здоровая и правильная. Star Club. Возможности безграничны.